Сегодня на улицах Рязани убирают снег около 160 единиц техники. В этом году коммунальные службы пошли по пути систематической обработки тротуаров от наледи. Специально для этого уже заготовлено 150 тонн реагента. Как заявил мэр города Виталий Артемов, это примерно на 75 циклов. Решаются и кадровые вопросы. Достигнута договоренность в связи с окончанием сельхозработ, уборочных работ с одним из сельхозтоваропроизводителей по дополнительному найму 10 механизаторов, чтобы можно было обрабатывать тротуары реагентами не только ночью, но еще и днем. Конечно, будут некоторые неудобства для жителей, но мы сразу же приносим свои извинения. По песко-соляной смеси заготовлено 24 тысячи тонн, работает около 20 КДМ, ежедневно находится на дежурстве. И постараемся увеличить число механизированной уборки тротуаров за счет привлеченных механизаторов. Основной фронт работы ДБГ сейчас ликвидация скользкости. Этим занимаются 9 машин. Все работы сотрудники дирекции благоустройства проводят ночью, чтобы не мешать движению потока и пешеходам. После небольшой оттепели впереди заморозки. К ним уличные тротуары должны быть подготовлены. За ночь обрабатывают порядка 40 улиц. Также в ночь выполняются работы по вывозу снега и ликвидацию скользкости. Смотрим за состоянием покрытия, особенно обращая внимание на путепроводы и мосты, так как там быстрее образуется накат. Для того, чтобы выполнить больший объем по вывозу снега, мы просим жителей города Рязани не парковать автомобили на тех улицах, на которых будут планироваться работы. Мы заранее будем публиковать в средствах массовой информации список этих улиц. Впрочем, обрабатывать тротуары коммунальщики будут и днем. То есть они уже перешли на круглосуточный режим работы, чтобы ледяные дожди не застали город врасплох.